Всем привет! Это мой первый влог. И сегодня я хочу показать цены на продукты в магазинах города Днепр. Так, пришли мы в Большой Варус. Нам необходимо купить майонез. И также посмотрим другую продукцию. Сравним цены. Мороженое. О, есть за 9 гривен. А так цена в районе 20 гривен. Кошмар. Да, в этом году лето пройдет без мороженого. А вот за 69 еще Амазонская долина есть. Фигня. Все фигня. Полусладкое? Да, такое вот есть, наверное, просто. А есть у нас дома бокалов? Бокалов? Нет. А его нету, да? Это того, что так, необходимо найти такое вино. Ну, бутылка оригинальная. Вот это оно? Решили взять шампанское, чтобы отметить завершение университета в июле. Да не, я лучше шампанское. Я особо не любитель. Приглашаем. Дякую. Так, дальше пошли, нам необходимо купить майонез. А где он может быть? Нам нужен майонез Хельманс, как это называется. Но я такого майонеза здесь не вижу. В принципе, майонез я в Варусе не вижу. Да, да. Можем взять. Ну, обычно до 100 гривен доходило. Теперь акция 69 гривен. А было 108. Ловите момент. Только в Варусе. О, я нашел майонез. Вот он. 109 гривен. А всего должен быть по 91.
туда пойдем. Сельпо. Це буде Україна. Мед домашний. 250 грамм. 74 гривен. Молодцы. 256 гривен. За 300 грамм. Якобс. Какое в Харькове самое дешевое? Нескафе 52 гривны. А где здесь Нескафе? Ну, здесь нет еще. В Варусе Нескафе нет. Большой набор 171 гривен. Ричард. 55 гривен. Чивас. Помнишь, мы его пили в Турции? Помню. Чивас, чивас. Тысяча 600 и 1200. Это 0,7 и 0,5. Сладенькое. Ну, это смотреть неинтересно. Рошен. Интересно, в официальном магазине Рошен такие же цены? 22,40, 21. Дешевле. Пробуй новинку. 76,30. Сумасшествие. О, моя любимая шоколадка. 38,70. Миллениум. Миллениум, кстати, производство Днепр. Производитель находится здесь. Она сейчас в Харькове, акция по 30 гривен, между прочим. Миллениум? Ну, мне еще нравятся вот эти шоколадки Миллениум с орешками. 107 гривен. И такие Ривьера 67,70. Ну-ка, 35. Большой ассортимент. Есть такие люди. Женщина взяла конфету. Вот это. Открыла, посмотрела и обратно положила. Она берет, открывает конфеты, смотрит, что внутри, потом обратно заворачивает, кладет обратно. Украинец мы. Доброго вечера, мы из Украины. Мое сердце бьется в ритме ЗСУ. Класс. Лайк. Это и есть виночек, может, это унисекс? А нет, написано, что человек. Помнишь, что говорил? Ты рисуешь по циферкам? Сколько он стоит? 249. Да. Thank you.
Парадонтакс. Вчера я купил за 91 гривну в Еве. Нет, и, скорее всего, ее нет. А может быть, цена есть, просто в наличии нет. Королевские креветки. 36,99. Тут есть апельсины. Грейпфрут. Лохина. 339,90. За сколько? За пол? Еще и пишет по-хитрому. Да, такая цена. 339,90. Специально же заманивает. Посетили Варус, купили шампанское, майонез, к сожалению, есть, но цена космическая. Обычная цена 91 гривна, а здесь он стоит больше 100. Сходим в Сельпо и зайдем также в Рошен, посмотрим, сколько там стоят такие же сладости. Цена, по-моему, 22,95. Здесь разница есть. О, а там вот, так, вот эта новинка, по-моему, 71 гривна, здесь 68. Сейчас еще и акция. Конфеты нравились. Вечерники. 129,50. Пришли мы в Сельпо. Сейчас возьмем, взяли хлеб. Посмотрим майонез, который в Арусе стоит более 100 гривен. Здесь должен стоить намного дешевле. Еврей где-то вдалеке разговаривает. Стал я снимать очки. Руки все заняты. 99 гривен. Тоже здесь подорожал. Сельпо. Но дешевле, чем в Арусе. Берем. Сельпо. А эти 61,57. Что хочешь? О, 108 гривен. Надо было покупать в Варусе. Батончики я не хочу.
шоколадки. Ну, моя любимая шоколадка. 34. А сколько было в Арусе? 40, по-моему. 38. А, 38. Ну, а шоколадки дешевле, черпло. Киев вечерний. 139 гривен.